Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля». И в рамках нашего плейлиста мы с вами разбираем модальные глаголы «may» и «might» и переходим к упражнениям. Итак, значит, соответственно, по умолчанию используем или «may», или «might». Когда у вас разрешение, то только «may». Так, вопрос. Он, возможно, потеряет свою работу. Необходимо использовать именно модальный глагол. Он, возможно, потеряет. Might he lose свою работу, his job? Опять же, или may, или might. Might he lose his job? Ему, возможно, повезет. Ему возможно. He may. Повезет. Be lucky. He may be lucky. Вопрос. Это возможно произойдет. May it happen. May it happen. Он, возможно, переедет в Лондон. Он, возможно. He may переедет в Лондон. Move to London. He may move to London. Они, возможно, найдут более лучшее решение. Они, возможно, найдут. They might find более лучшее решение, ну, какой-то проблемы. They might find более лучшее решение. A better solution. They might find a better solution. Он, возможно, сумеет показать намного более лучшие результаты. Он, возможно, сумеет. He might показать, show, намного более лучшие результаты. Much better результаты, results. He might show much better results. Он, возможно, сумеет показать намного более лучший результат. Он, возможно, сумеет. He might manage показать to show намного более лучший результат. A much better result. He might manage to show a much better result. То есть, опять же, мы говорим или a better result, или a much better result. Кажется, что одно и то же, но это не одно и то же. Тестируются ваши знания, вы видите ваши слабые места. Итак, он, возможно, не придет на встречу. Он, возможно, не придет. He may not come на встречу to the meeting. He may not come to the meeting. Далее мы спрашиваем разрешение вежливо и формально. Я могу войти? Могу ли я войти? May I come in? Для разрешения мы используем только may. May I come in? Далее. Ей, возможно, повезет. Ей, возможно, she may повезет be lucky. She may be lucky. Might he lose his job? He may be lucky. May it happen? He may move to London. They might find a better solution. He might show much better results.
he might manage to show a much better result. He may not come to the meeting. May I come in? She may be lucky. Я, возможно, не выиграю. Я, возможно, не выиграю. I may not win. I may not win. Вопрос. Вежливое разрешение формально. Я могу задать тебе вопрос? Или могу ли я задать тебе вопрос? May I ask you? Вопрос. A question. May I ask you a question? Вопрос. Возможно, ей нужно будет больше, чем $500. Возможно, ей нужно будет... May she need больше, more, чем $500, than $500. May she need more than $500. Далее. Нужно сказать с помощью maybe... С помощью maybe, без модального глагола. Возможно, это будет правильно. Возможно. Maybe. Это будет правильно. It will be right. Maybe it will be right. Также с помощью maybe, без модального глагола. Возможно, это произойдет. Возможно. Maybe это произойдет. It'll happen. Maybe it'll happen. Далее мы используем именно модальный глагол, как обычно. Он, возможно, улучшит ситуацию. Он, возможно, he might улучшит, improve ситуацию, the situation. He might improve the situation. Это, возможно, приведет к их разводу. Это возможно. It may lead к их разводу, to their divorce. It may lead to their divorce. Они, возможно, разведутся. Они, возможно, they may разведутся, get divorced. They may get divorced. Далее мы формально спрашиваем разрешение. Могу ли я присесть? Могу ли я? May I присесть, sit down. May I sit down? Вопрос. Возможно, им нужно будет больше, чем эта сумма денег. Возможно, им нужно будет... May they need больше, more, чем эта сумма денег, than... This sum денег of money. May they need more than this sum of money. I may not win. May I ask you a question? May she need more than $500? Maybe it'll be right. Maybe it'll happen. He might improve the situation. It may lead to their divorce. They may get divorced. May I sit down? May they need more than this sum of money? Я, возможно, поступлю в этот университет. Я, возможно, I may поступлю в этот университет, enter this университет, university.
I may enter this university, or I may get into this university. Она, возможно, не предостережет его. Она, возможно, не. She may not предостережет его. Warn him. He may not warn him. Вопрос. Они, возможно, смогут купить это? Они, возможно. Might they смогут be able купить это? To buy it. Might they be able to buy it? Она, возможно, переедет в Испанию. Она, возможно. She may переедет в Испанию. Move to Spain. She may move to Spain. Они, возможно, не будут слушать ее. Они, возможно. They might not слушать ее. Listen to her. They might not listen to her. Ты, возможно, изменишь свою точку зрения. Ты, возможно. You may change свою точку зрения. Your point of view. You may change your point of view. Это, возможно, будет правильно. It may be right. Он, возможно, сможет улучшить ситуацию. Он, возможно, сможет. He might be able улучшить, to improve ситуацию, the situation. He might be able to improve the situation. Она, возможно, сумеет найти эти деньги. Она, возможно, сумеет. She may manage найти эти деньги. To find this money. She may manage to find this money. Ты, возможно, рассчитаешь это неправильно, то есть некорректно. Ты, возможно, you may рассчитаешь это calculated неправильно, некорректно, incorrectly. You may calculate it incorrectly. I may enter this university. She may not warn him. Might they be able to buy it? She may move to Spain. They might not listen to her. You may change your point of view. It may be right. He might be able to improve the situation. She may manage to find this money. You may calculate it incorrectly. Это возможно произойдет. Это возможно. It may произойдет happen. It may happen. Он, возможно, объяснит это более ясно. Он, возможно. He might объяснит это. Explain it более ясно. More clearly. He might explain it more clearly. Итак, вопрос формальной обстановки для разрешения. Кто-то спрашивает, могу ли я курить здесь? May I smoke here? May I smoke here? Вопрос, опять же, формальный для разрешения. Могу ли я остаться здесь? Могу ли я? May I stay here? May I stay here?
Мы, возможно, услышим это сегодня. Мы, возможно. We might услышим это сегодня. Hear it today. We might hear it today. Ты, возможно, изменишь свое мнение. Ты, возможно. You may change свое мнение. Your opinion. You may change your opinion. Он, возможно, сможет показать более лучший результат. Он, возможно, сможет. He might be able показать, to show, более лучший результат. A better результат, result. He might be able to show a better result. Она, возможно, сможет показать более лучшие результаты. Она, возможно. She might сможет показать, be able to show более лучшие результаты, better results. She might be able to show better results. Это, возможно, изменит твой образ мышления. Это, возможно, изменит. It may change твой образ мышления. Your way of thinking. It may change your way of thinking. Он, возможно, сможет. Точнее, он, возможно, сумеет улучшить ситуацию. Он, возможно, сумеет. He might manage улучшить ситуацию. To improve ситуацию. The situation. He might manage to improve the situation. It may happen. He might explain it more clearly. May I smoke here? May I stay here? We might hear it today. You may change your opinion. He might be able to show a better result. She might be able to show better results. It may change your way of thinking. He might manage to improve the situation. Итак, друзья мои, отлично, мы с вами двигаемся далее в рамках нашего плейлиста. У нас с вами еще буквально пару уроков по модальным глаголам, некоторые новые модальные глаголы, некоторые конструкции и далее общее повторение. Так что, друзья мои, готовьтесь. Thank you.